Власти Москвы пообещали сделать жилье более доступным. Это видеоверсия сайта «Моя Москва онлайн», и сейчас подробности. Интерфакс со ссылкой на заместителя мэра города по вопросам градостроительной политики и строительства Марата Хуснуллина сообщает, что власти Москвы планируют принять ряд мер по повышению доступности жилья. По мнению чиновника, доступность жилплощади является одним из главных факторов развития столицы как мирового мегаполиса, а цена не должна расти выше уровня инфляции. Также он отметил, что недавний рост стоимости жилья, который превысил уровень инфляции, привел к переезду многих жителей в другие регионы. По словам Хуснуллина, сейчас перед властями стоит задача вернуть москвичей в свой город. Заммэра подчеркнул, что такие меры смогут благотворно повлиять на транспортную ситуацию в регионе. Около 1,5 миллиона человек каждый день едут из Подмосковья на работу в столицу. При более доступных ценах на жилье люди смогут покупать квартиры вблизи работы и разгружать трафик дорог и общественного транспорта. На этом у меня все. Следите за новостями из жизни столицы и не только на сайте mymsk.online.